Всем привет! Я выбрался на разведку в такой дремучий лес. Расскажу вам вкратце. Может, кто-то смотрел мой инстаграм, видели у меня фото вот этих вот красивых бутылок. Смотрите, это все пивные эти бутылки, где была надпись «Не продается». Тут их очень много. И с надписями, и без. Очень много осколков. Короче, все красивые бутылки, они разбиты. Вот смотрите, здесь такая верховая мусорка. Я тут случайно зашел в лес на прошлой неделе. Торчала одна бутылка. Начал раскапывать, и посмотрите, что из этого вышло. Тут много очень бутылок. Конечно, может быть, какие-то бутылки можно было когда-то спасти, потому что вот именно здесь вот идет клея, и там клея тракторная. Здесь когда-то выпиливали лес, и техника сюда заезжала. И получается, она продавила как раз вот эти бутылки. Ну, большинство там, наверное, было и битых, но она и побила. И вот еще торчала кожа. Вот нашел столько много башмачков. Остатки башмаков. Короче, сегодня взял Deus. У меня же новая катушка. Как помните, она очень долго шла с ремонта. Завод-изготовитель мне прислал новую катушку, совсем новую. Ну и вот сегодня я как бы вышел первый раз. У меня разрядились наушники. Лежал дома детектор. Сейчас приехал в лес, наушники пустые. Я их вон там вон повесил на дерево, надо не забыть забрать. Ну и, короче, тут был железный сигнал. Без наушников как-то непривычно ходить. Я, короче, решил его тут копнуть и смотреть, что здесь вылазит. А здесь выскакивает дымник. А это какой-то винтовочки. Может, от 98-го. Вешаем мы его тут. Времени у нас немного. Сейчас мы тут по этим кустам, дрещам пробежимся, посмотрим, какие будут сигналы, покопаем. Может, что-то попадется интересно. Насколько мне заряда хватит? У меня блок и катушка, не так много и заряда. Похожу, покопаю. Скоро, во-первых, темнеть будет. Ну, и может быть, получится контент. Смотрим. Ну что, друзья, вот там был тыльник. Я вам хочу, не зря я сюда заехал. Смотрите, что у меня выскочило. Так, наверное, камеру надо на крепление вешать и в онлайне копать. Этого не может быть. Опа! Смотрите. Обломанный жетон. Одна часть жетона. Вот это круто. Такой был сигнал на Deus 40 чем-то. Сейчас я вам даже покажу. Так. Так, он упал. Так, он сейчас показывает. Плохо, может быть, то, что ребром лежит. Ложим сверху, смотрим. Ну, сейчас 51. Но показывал он где-то 46. Потому что он лежал. Лежал в земле. Вот это поворот событий. Это, конечно, круто. Вот это пошел контент. Заехал место посмотреть. Очень круто. Попалось. Какое-то железо. О, минометка. Но уже все пустая. Антуражная стреляна. Вот так вот. Такие события. Фу, жарко, за 10 минут уже весь мокрый. Блин, в этом лесу тут клещей, наверное, наберу. Мама дорогая. Железный сигнал. Оп. Что это? Колосник от печки. Значит, тут где-то и печка была. Может, все-таки мы найдем блиндаж? Пошли вперед туда куда-то.
показывают, что сейчас катушка сядет. Сигналы есть, всякого железа. Смотрим. Руками даже трогать не буду. Это, короче, детонатор. Без кольца. Посмотрите на мои руки, грязные. Фу. Потому что жара. Лето на дворе. Я тут чисто как бы хотел посмотреть это место. Я его нечаянно тут нашел. Вот эти стекла. И уже неделю мне не дает покоя. Думаю, надо пробежаться. Посмотреть, что здесь будет. И как сами видели, первый сигнал и жетон есть. Ну, сейчас пройду, пока не сядет полностью батарея. Потом вам еще покажу один девайс интересный. Да. Да, и получается, здесь я не первый. Вон старая-старая ямка. И уже было под мхом вот такая саперка. Даже, по-моему, не саперка, большая лопата. Но вся сгнившая. Но она тут лежала сверху. Кто-то здесь когда-то копал. Но покрутимся, посмотрим. Ну что, на сегодня я закончил копать. Весь мокрый. С непривычки в лесу. Все сейчас в воде копаем. Пока как-то в лес особо и не тянет. Так как лето, подводный коп. Катушка у меня села. Но сюда еще надо вернуться. Помойка вот эта сзади меня. Я тут в лесу уже стою. Что хочу сказать по помойке. Я думаю, что все-таки здесь мусорка. Бутылок очень много. Сразу же нашел пол жетона. Тыльник. Ботинки резаные. Возможно, здесь мусорка. Но надо здесь везде по этим дрещам ходить. Высматривать это место. Может быть, что-то здесь еще есть интересное. Но мы сюда приедем, когда уже спадут листья. Будет прохладно, будет осень. И тогда покопаем. Сейчас вам хочу показать. Мне ребята с Рускомрада прислали вот такой девайс. Вот он, смотрите. Это переходник. Вот зеленого цвета. Мне сейчас, правда, неудобно будет разобрать. Я попытаюсь вам это показать. Сейчас. Смотрите. Это переходник. Вот он. Он, получается, у нас ставится вместо блока. На Deus. Хоп. И что? Теперь я ставлю крепление. Вот оригинальное от GoPro. Ставим. Одной рукой неудобно. Так, сейчас сделаем. Мы его сюда загоняем. И сюда мы прикручиваем камеру. И получается, мы ходим со штангой, с камерой. Можем какие-то моменты интересные снимать. Можно как бы на детекторе оставлять камеру. Ее упирать, допустим, к дереву. И если здесь где-то надо копать находку, вы спокойно копаете, камера вас снимает. Без всяких трясок там, всего такого. Как бы интересно такое решение придумал Рускомрад. Ребята в Германии, вот у них есть принтер, они много что делают. Всякие там девайсы даже для Эквинокса, для усиления катушки на уши это крепление делают. Всяких много. Я ссылочку оставлю в описании на их канал, на их Инстаграм. Вы можете зайти посмотреть. Может быть, что-то вам в жизни пригодится для детектора. Они вам сделают. Или вы им какую-то идею подкинете. Или уже есть у них готовая продукция. Короче, буду тестировать вот по осени этот девайс. Вешать камеру, смотреть, как все будет. Если что, ребята, спрашивайте. Расскажу вам свое мнение. Вот как-то так. Ну, а с вами, друзья, я не прощаюсь. Дай бог, осенью мы сюда приедем. Это место хорошо пошуршим. Реально сейчас, во-первых, тепло, 20 градусов. Я уже как-то отвык от такого копа жаркого. Не хочется по этим дрещам здесь лазить, что-то искать. Оставим мы это место на осень. Я думаю, мы сюда вернемся и хорошо поищем вот эти ботиночки. Сейчас вот у меня тыльник лежит.
И вот я здесь положил на веточке жетон. Ну что, мы жетон, наверное, сегодня помоем. Посмотрим, что там написано. Может, что-то удастся прочитать. Это первушный жетон и половинка. Значит, 100% здесь, друзья, вот мусорка, понимаете? Столько бутылок. Ну, реально, жалко. Я не знаю, какое количество здесь, если бы вот так вот все бутылки собрать. Я не знаю, наверное, 100 штук. Просто очень много здесь мелкого стекла. Они уже вообще все как раздроблены. Но бутылки были очень интересные, с надписями. Конечно, такую целую бутылочку найти, вот как вот пивная, это не продается. Промышленная там пивоварня рижская или в Риге как-то было написано там. Помню, один комрад при мне в мусорке такую бутылку подымал. Очень красивая. Короче, стекла много. Ну что, будем приезжать, как уже вам сказал, по осени выбивать. Все. Сейчас я забираю детектор, еду домой. Ну а я с вами, друзья, не прощаюсь. Мы еще увидимся с вами. Покопаем. Я думаю, осенью будет много чего интересного. Все, счастливо.